14 октября в Каспийске на территории стадиона «Анжи-Арена» пройдет туристический форум под названием «Открытый Дагестан». Стоит подчеркнуть, что организатором мероприятия выступит Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики и Агентство по предпринимательству и инвестициям региона. Для всех гостей форума организаторы подготовили культурную программу, фестиваль самобытной культуры, мастер-класс по созданию изделий народных художественных промыслов, выставка-ярмарка туристической отрасли и индустрии гостеприимства, а также многое другое. В рамках программы участники поделятся опытом управления отелями, ресторанами и обсудят последние тенденции развития туризма в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Украсят программу звезды дагестанской эстрады, которые подарят присутствующим незабываемые впечатления своими яркими и интересными номерами.